Здравствуйте. Здравствуйте. Старший смену Пеличку. Ну, я так понял, организация какая-то, у вас какая-то акция. Организация потребителей. Пришел против. Понятно. Помощь какая-то нужна? Да нет, все хорошо. Еще ничего не надо. Спасибо большое, что поинтересовались. Я мне сказали на входе, что с камерой. А, ну, да, понятно, да. Че следишь? Че следишь? На дорогу смотри. Я-то вообще нормально еду. Че, где эта черешня? Не, ну лучше, чем... Лучше, чем с плесенью, согласен. Хотя бы без плесени. Вот, там немножко есть, но лучше, без там... Мы когда зашли, тут не прям вся была плесень. Я сняла так в коробках, как в том году. Слушайте, так же была за плесень. Фотографируете? Да, с удовольствием. Я дам другой телефон, а там. Я сегодня вас везде. Да? Я мы тут третий раз уже посмотрим, как сегодня. Ну посмотрим, как сегодня будет. Здравствуйте. Здравствуйте, снова здравствуйте. Мы только зашли, у нас пока еще ничего нету. Мы вас позовем, если что. Ну почти ничего нет. Могу пришли нас проверить? Да, потому что что-то прям сыпется жалобы на эту ленту. Мы решили посмотреть, как. Хорошо. Ладно, спасибо большое. Хорошо, конечно. На суток с 22-го нет? 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 30-го, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го. Последний день. А я нашла. Что с ним? С тортом? Да. С тортом! Господи. Поймал. Мало того, не поймал, а снял. Я сама себя поймала. Видите, спасибо. Пожалуйста. У нас тут конкуренция была с работником. Две телеги и работник. Ну, как ты видишь, что плохо. Био-йогурт Биомакс, персик курага. Дата изготовления 26 мая 2017 года. Годен до 5 июля 2017 года. Также, собственно, био-йогурт и Биомакс. Один умер 30 июня, а другой 3 июля. Хочешь скажи? Да скажи. Да не буду еще, ты мне надо одолжение, ну не скажи. Давай без... Ой, все. Ой, все. Не буду. Печенье детское. Оно было изготовлено 1 августа 2016 года, и срок годности истек 01.05, то есть в начале мая. Сейчас июль. Июль. Вот, и тут, наверное, пачек 20. Пиво на разлив, 3 хмеля. Живое, нефильтрованное. У них срок годности 5 суток. Как мы видим, он истек еще месяц назад. А здесь непонятно, какой месяц, какой... Нет, год видно, что 17-й, а вот дата разлива совершенно затерта. Нарушение. Я даже сломать ее не могу. Нет, нет, она. Целая партия. Дата изготовления 19.05.17. Срок годности и условия хранения 45 суток. 3 числа данного месяца они отправились в утиль. Целая партия. Спасибо вам большое. Вам всего доброго. Спасибо. Сходите к нам, значит, обязательно. До свидания.